Здравствуйте, это канал Максимадзе, и со мной играет Андрей опять. Ага, да. Мы проходим. И сегодня мы решили поиграть, короче, в карту, пройти карту. Это очень старая карта, 2012 года, называется она «Приключения по ТВ». По ТВ, собственно, «Приключения по ТВ». И когда-то, очень-очень давно, как раз-таки в том же... Куда ты? Подожди, ты куда? Я не знал, что там такое есть. ТПшка себе ко мне обратно, еще рано начинать пока. Я что-то такой думаю, дай пошаришь по стенкам. Ничего не трогай, пока я не прикажу. В общем, в том же 2012, наверное, году я смотрел прохождение этой карты. По-моему, парней звали... Куда ты лезешь? Парней звали, по-моему, Стинт и Джонни. Они, по-моему, проходили эту карту. Я по несколько раз смотрел это прохождение, мне очень нравилась эта карта. Я, более того, тогда был Minecraft Pocket Edition с очень ограниченными возможностями, и я там пытался строить копию этой карты. Получалось не так хорошо, но что-то получалось. Тогда у меня был еще старый смартфон, это МТС 970. Очень древний. Слушай, а картины разве могут держаться на табличках? Просто я, по-моему, ни разу такого не видел. Может, да. Не видел. Там, короче, что-то есть, в общем, наверху, но нам туда не попасть. И, короче, вот спустя 11 лет целых мы решили вместе пройти эту карту. Единственная проблема, нужен был Русик. Этот. Русик! Ну, так называют русификатор иногда. Русификатор с нормальным русским шрифтом, чтобы тут было понятно, что написано на табличках в книгах. Я пытался установить русификатор, и не получилось нифига. Я не понял, как на Т-лаунчер ставить русификатор. Но я до сих пор с тех времен помню некоторые вещи, которые были там написаны. Так что, надеюсь, мы разберемся. Карту мы пройдем довольно быстро. Она такая не такая большая, я думаю. Кстати, вы также можете присылать свои карты на прохождение. Мы их пройдем обязательно. Ну и также иногда будем проходить какие-нибудь тоже старые карты. Короче, несмотря на то, что здесь все так написано, здесь написаны правила, это... Ну, там все по стандарту. Не ломать блоки, не ставить блоки, не читерить. Там все дела. Так. Там, короче, в сундуке был алмаз, 4 печеньки и этот... Пластинка, давай вставим пластинку. Собственно говоря, карта сделана для сайта Minecraft downloads.ru. Собственно, с него я, кстати, и скачал карту. А здесь написано, я до сих пор помню, что здесь написано. Ох, какое хорошее кино, вот бы попасть в ТВ. А почему бы нам это не организовать? Короче, автор карты Думер Алекс. Короче, дверь это пока закрыта, но мы еще там побываем, я насколько помню. Короче, давай вламываем телевизор и давай погнали в кино с тобой. Я думал, мы просто сквозь пройдем и не вламываем. Да, пофигу, неважно как. Короче, вот здесь что написано, я не припомню, но я так понимаю, тут написано, что это паркур. А, это свет включает у нас, короче. Я так и понял, где я он? Я музыку что набить, если честно. Прикольно, что в цветах российского флага, кстати, все здесь. Так, а вот это чекпоинт тут написано, это чекпоинт. Алмазик я возьму себе, можешь яблочки взять, если хочешь. Поставить точно надо. Это нам нужно, чтобы как бы точка спавна тут сохранилась на кроватях. Так, отлично, а теперь идем паркурить. Блин, твою ж ты налево, господи. Так, вот, здесь, вот что тут написано, я не помню. Ну, короче, надо прыгать по вот этим вот палкам. До тех дверей, блин. Чё предлагаешь мне первым прыгать? Идти? Да. Ладно. Давай, докуда ты допрыгаешь, там... Ага, и ты пешнешься ко мне. Я упал уже сразу же.
О, Они... там внизу, это, слушай, там сундук внизу. Да где он? Осмотри сундук, он там в углу. Так, в углу. Где в углу именно? Вон туда, куда я смотрю. Так, только смотришь. Ага, все понял. Грибу туда. Ты пока прыгай. Что там? Ага. Слезы Гаста. А, слеза Гаста. Понятно. Не такая нужная вещь. Видимо, так коллекционировать, типа, что ли. Ну-ка. И, блин! Ну, эта штука выше, и на ней... Да что ж ты будешь делать-то? На нее не так... На нее запрыгнуть немного тяжелее. Ну-ка, попробуем еще раз. Ну-ка... Да ешкин ты кот, а! А там что-то мешает прыгнуть, я башкой бьюсь, башка Нет, катается. нет, ничего... Нет, ничего не мешает, а просто высоко... Блин. Нет. Высоковатые палки эти. Так, а вот теперь я могу прыгнуть, да? Не матерись, не матерись. А-а-а! Не забывай, что материться, а блин, на канале нельзя. Опа, хорош. Опа, хорош. Опа. Эй, да блин, я перепрыгнул. Да Ничего, мы это пройдем. Так, мне что-то тут из... блин! Мне из деканата в колледже что-то сейчас на WhatsApp прислали, потом посмотрю. Ух ты, кто идет учиться, да, у нас? Наверное, Да чтоб может тебе! расписание скинули. Ой, хорошо, что я учусь в универе. Да чтоб ты будешь И делать-то, а? у вас нет такого, да? Неужели? Опа, хорош. Я очно учусь, в отличие от тебя. А, точно, да, я забыл. И, опа, хорош. Ой, да я до этой наконец-то допрыгнул. Ну-ка. О, теперь люки можно открыть. А можно... А чё люки не открываются? А, я потому что shift держу. Ну-ка. Ты прыгай уже. Опа. Оп. А, хорошо, давай ты первый прыгнешь туда. Куда туда прыгнешь? Ну, туда На те дальше, гори. палки? Да. Ёпрст, ТПшкаться, чтобы друг другу потом, короче. Телепортироваться никто вроде не запрещает. я не допрыгну просто. Ладно, ТПшкайся ко мне. Так, ладно. Мы не отчаиваемся. А ты прописываешь постоянно ТП Максимадзе? Да. Ты же можешь нажать на Т и просто стрелочку вверх-вниз листать. А хочешь 3, 2, 1? А, надо выше, наверное, плитку, ой, люк этот А ты еще открывать. и выше можешь подняться, Да. нет? Прыгни. Но с третьим мне, я думаю, с третьим будет неудобно, там в потолок упираешься. Прыгни. Опа! Хоть! Стой на месте, пока стой на месте, пожалуйста. Никуда не двигайся. Стой! Хоть! Блин! Ну-ка, ТП. Прикольно. Ой, господи. Вау, прикольно. Что, хочешь с третьей попробовать прыгнуть? Нет, я просто здесь С третьей неудобно, мне балдуй, кажется, да. там в потолок упрешься. Ну чё, ты тогда Опа, пока стой на... а, подожди, там сундук сверху. Там алмазы, одна слеза Гаста была. Да ты, блин, а чё ты алмаз забираешь? Мне даже не даешь. Невелика Давай что... потеря. ТПшкайся. А, я научился быстро это делать. Ну, наконец-то доперло до тебя, как это делается. Ну-ка, стой на месте, я сейчас... Стой! Хуч! О! Стой! Хуч! О, хорош, вот это молочек. О, красавчик какой! Хорошо. Что да про... А, нет, все-таки ТПшка, ладно. Здесь у Ага, нас... я так прыгай. А, короче, можешь забрать все, что в этом сундуке, короче, раз уж тебе так делиться надо. А, А, ты ничего. ломать и белую шерсть, короче, можно. И там слезы Гаста. 5 штук. Зачем нам слезы Гаста нужны вообще? Не знаю, так, собирать чисто, наверное. А, вот, Значит... я помню, что здесь написано. Как говорится, девочки налево, мальчики направо. Так, мы куда? Ну, не знаю. Давай ты первый, короче. Так, понятно, в принципе, пофигу.
А там слева там тоже лава в обоих местах. А, ну то слева вода. Тыква здесь. Ты прикинь, как нас только что с тобой оскорбили. Подожди, ты куда? А чекпоинт? А, чекпоинт, а как? ТПшкайся ко мне просто. Так, смотри. Здесь, короче, вагонетка. Нам надо с тобой собранные вещи загрузить туда и отправить ее, наверное. Давай. Вот я сейчас. А, ну ладно. Мирная же сложность стоит. Че, все положил? Ну, считай, как Да, не хочу бы, пластинку, да. короче, ставить музыка этой. Короче, Так, что, ну и все, она отправляем ее? поехала. А теперь давай спать. Спать, я сказал! Не ори мне тут. И опять ты материшься. Так, ладно, короче, погнали дальше. А зачем мне книжка? Ё-моё, ты идёт нафиг. Ну чего ты стоишь? Пошли. Я думаю. Что здесь написано, не помню. А, ничего себе лабиринт, блин. А, щит, ты горишь. А я и А нет. пофиг, дневника О, я потерян. достал до сундука прямо отсюда, даже топать не пришлось. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, давайте подумаем вместе. Надеюсь, ты заспаунился там, где кровать. Да, я заспал. Там где кровати? Я еще Замечательно. перенастил. Хорошо, что к тому сундуку топать не придется. Я до него достал прямо издалека. Ух ты ж, ё-моё, блин! Тихо! Да что ж ты такой невезучий? Я еще так не горел ни разу. Я лишь легонько коснулся разок. В принципе, в Блестни, реальной жизни, блестни. если бы мы возле лавы бы так ходили, мы бы уже давно с тобой сжарились. А так, нифига. Это что такое? А, опять алмазы? Ну, короче, этот сундук твой. Давай, иди сюда. Чего ты встал-то опять? Так, сейчас иду к тебе. А то я не доберусь Короче, здесь через... этот сундук, короче, твой. А то я не доберусь, блин, так спокойно. Так, опять пластинка тут. Что Опять в этой слезы газа. шерсти? Слезы Гаста тут. Там пластинка была. Опять Понятно. нам предлагают запустить вагонетку. Так, погоди, сейчас отправим вагонетку. Сейчас, стой, в этот раз я ее толкаю. Все. Отлично. Так. А ты, короче, решил обратно шерсть ставить потом на место? Ух, Да. ёшкин, ты куд... Я горю. Ай, блин. Короче, нам надо поскользнуть туда как-то. Я перестану гореть. Да. Ай, 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 ай,
Ох, я жив, я жив, я жив. Так, печеньки я возьму. Ай-я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 й-
Я его уже проверял. И снова чекпоинт. Блин, тебе не кажется, что картинка эта странная немного? В принципе, можно проверить. А, понятно. Слезы газа, да. О. Ай, как по мозгам эта фигня давит. Да. О, а тут, короче, лук и стрелы. Так, ночь ставь. Блин, этот звук уже заколебал, если честно. Ну давай, спи, чего устал ты. Mm-hmm. Звук уже бесит, если честно. Господи, звук бесит начинает. Так, что здесь надо сделать? Паркурчик, мальца паркура. Надо, так, оба, сундук внизу. Молодец. Лук со стрелами сгорел. Безвозвратно. Надо было хранить инвентаря вставить. А я не знаю, ну понадобится он нам вообще или нет. А, ты решил так за сундуком сходить? Опять алмазы. 6 штук. Ладно, их в сундуке оставлю. В принципе, пофигу на них. Как заколебал этот звук уже, а.
А? Тут шо? Блин, я не умею прыгать по этим блокам. И хоть! Хоть! О! Стой! Хоть! О! Я прыгну! Стой! Хоть! О, хорош! Хоть! Хоть! Стоп! О! Стоп! Макс, стой, подожди, я туда же. Да ты... Нафига ты это сделал? Вот для чего нужен лук со стрелами, я так полагаю. Придурушка. Дурачок. Так... Так... Хоть вообще легко это было. Так, что за этой шерстью? Сундук со слезами Гаста в виде креста. А куда это ведет-то? Опять мальца паркура, и там сундук посередине. Печеньки и алмаз. Да блин, да что ж я не умею плавать, ты как полено плавать. А вот это, чемпион. Кстати, вот эта дверь, это, короче, это если мы не хотим проходить, можно типа пропустить. Но я хочу все-таки пройти, попробовать. Блин, у меня частично получилось. Я, пожалуй, попробую пройти, но если уж нам не удастся пройти, то можно через ту дверь выйти. Но я хочу пройти это попробовать. Тем более, два чекпоинта здесь есть, я помню. Ну-ка, эть... Ну-ка, хоть, блин, я даже не прыгнул. Хоть. Наконец-то мы эти ужасные звуки больше не слышим с тобой. Хоть. Так. Блин. Да почти, что ж ты будешь делать-то? Ай, блин, я тоже упал. Я на том моменте не могу ничего сделать. Так, раз-то, ёпарасете. О, красота. Здесь хоть вода уже радует меня, это очень сильно. Так, раз, два, три. Че... Хорош. Я не могу уже больше это выносить. Ну, если ты так думаешь. Но я все. Но я хочу пройти, и все равно пройду. Попробую. Я тебя буду там ждать, посмотрю. Ну ладно. Что сделать. Ну-ка, вот тут с разбегу, мне кажется, надо туда прыгать. Хуть! Есть! Хорош, 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 хорош. А, то есть. Хуть, блин! Как у тебя почти получилось. Вот, о, там белая шерсть. Что за белой шерстью находится? Не знаю. Опять слезы Гасты. А зачем снеговики, кстати, везде тут? Не знаю, для красоты, что ли. Или может. Макс, ты дальше жопа будет. Да, я ты даже там, не там ничего только не трогай, пожалуйста, без меня. Я не трогаю, там жопа будет настоящая. Хоть! О! Что? Хоть! Хоть! О, хорош, хорош. Хоть! О! Так, теперь. Хоть! Отлично, я до первого чекпоинта дошел. Включаем. Там открыл, там, по-моему, дверца должна была открыться. Блин! Какого фига здесь чекпоинт. Блок мешающий появился? Да, вот первый чекпоинт. Сейф. Ой, тут еще и сундук с алмазом. А, ты ко мне-то пошутся решил все-таки. Yes, of course. Yes, of course. А дальше куда? Обратно на тот блок, что ли, надо? Да я же не могу туда допрыгнуть, ты чё, блин? Жесть, конечно. А, ты тоже упал, я думал, к тебе тпшкаться сейчас. Паркурчик нелегкий этот у нас. Я лучше, наверное, открытыми эти оставлю. А чё я shift держу? Чё он падает? А, это из-за люков. Да что ж такое, не допрыгнешь до туда нафиг. Ну-ка, а может с люков туда можно допрыгнуть? О, хорошая идея была, да. Да уж. А дальше куда? Квест. А, нет. А, нет, сюда и надо было.
Короче, не очень удачный чекпоинт этот, по-моему. Так, теперь наверх. Вверх. И до лестницы, чтобы допрыгнуть. Хоть, хорош. Вот, блин! Хорош. Короче, на эту плиту, если нажмешь, надо очень, очень резко прям потом спрыгнуть. Перепрыгнуть, пока я тебя не сбила, не сбила поршнем. Отстой. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Нет, 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 я должен это пройти. Я должен это пройти. Мы, кстати, играем на мирной сложности, но нам потом... Но потом в одном из следующих испытаний надо будет отключить... Блин, да... Ты слушай, короче, знаешь, что сделай? Чё? Чё ты сейчас Ой. Сделаешь? Нечестно, нечестно. Вот так сделаю, а то я уже задал... Не очень удачно этот чекпоинт сделан, что туда очень тяжело прыгнуть. А, все понятно, эта штука сбивает. Да и... Ай... бесит. Вот этот чекпоинт этот неудачно реализован немного, потому что да еб... Чувствуется, кто-то сейчас материться начнет. Я не начну, не надейся. Да блин, ну и как это сделать-то, ё-моё. Не, подожди, я это сделаю сейчас. Это нужно сделать. О, хорош, получилось. Чекпоинт 2. Нет, я упал. Нет, нет, я не буду так больше. Я не буду такое делать. Я телепортанусь. Перемещу сюда. Чекпоинт 2. Так, вот со вторым чек... Блин. Со вторым чекпоинтом... Надеюсь, не будет такого косячка. Так, сундук с алмазом и слезами Гаста. Так, надеюсь, там ничего пока не трогаешь. Я еще и трогаю, жду тебя. Хорошо. Махтимадзе прыгает там по этим блокам, блин. Отлично, все, прошел. И тут куча алмазов. Вообще пофиг. Отлично, так. А, я понял. Это... А, я знаю, для чего кирпичи нужны. Ну и зачем? Кидаем на плиту и проверяем, есть ли под ней динамит. Таким образом маршрут себе рыщем. Опа! А вот здесь был динамит, и здесь был. Собирал бы лучше бы эти блоки эти. Так. Опа. Макс, да ты прям сапер, ё-моё, что тебе могу сказать? Сапер. А, ты так... Я уже пробежался по-быстрому, пока там... Сапёрил. А, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, я упал. Сейчас взорвусь. А почему я не умер? Так, нет, знаешь, что сейчас сделаю? Эй, нечестно. Телепортироваться никто не запрещал. Подожди, не заходи туда. Чекпоинт. О, делай, кажется, погоди. Опять слезы Гасты. Ага, вот это то испытание, где надо отключить нужную сложность. Включаем легкую, потому что броня и меч нам надо. А ботинки, блин, где? В сундуке ты забыл. Тоже верно. Так. Вот это вот все дерьмо отправляем. Давай, клади здесь туда свое барахло. Угу. Барахло. Отлично. И дрыхнем. Сколько раз я гейммод включал, блин. Гейммод? Из-за... Там чекпоинт реально неудачно реализован немного. Там очень сложно прыгнуть, потому что там блок мешает. Упираешься в него все время. Так, чё, куда нам далее сюда пройтись надо? О, шерсть белая. Я же говорю, там слезы Гаста. Опа, ВЕ. Опа. Обалдеть.
Ух, ёшкин кот, офигеть. Еще и крипер. Так, вообще круто. Короче, выход из заката. Это замес еще тот, короче. Это замес еще тот. Они все на тебя идут, а на меня не идут. Да я сейчас обкисну здесь, блин, дверь перекрывай. Дверь откройте кто-нибудь. Знаете, мне бы пройти бы еще туда, а меня не пропустят туда. Блин, шмотки не сохранились. Да пофигу, шмотки не так сильно важны. Хотя алмазную броню просрать будет. Нет, я выпал за карту. Твою меди. Так, че, уровень просран, считай, да? Да пофигу. Давай пушку на мясо, пошел. Да блин. Надо как-то пройти умудриться. Пушечное мясо. Боже, как же это сложно. Отвалить от меня, зомби хреновые. О-о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 -
О, тише стало. Твою ж ты налево, а. А здесь, по идее, крипер не должен был появиться. О, механизм это другой. Короче, Макс, и... блин. ЦПшка да что? Просто. Вот то, что а крипер, я откис прям, когда к тебе тэпнулся. Да, вот какого фига здесь вообще крипер появился? Надо яйцо туда вот, уронить, чтобы открылась дверь. Не понял. Придется сделать вот так, ввиду неисправности, которую, скорее всего, сделал крипер. Ал, забирай, короче, алмазные блоки. Блин. Так, здесь что надо сделать? Ой-ой, прыгаем вниз, скорее. А, они за нами не пойдут, все равно, не переживайте так. Да. Ой. Что это мне дало сейчас? А, меч дало какой-то. Ну-ка, тортик, тортик. Так. Мне дали меч. Непонятно зачем только. Раздатчик. Опа, нажимная фигня какая-то. А это куда ведет? Это никуда не ведет. Наверх надо, походу. А, наверх. Рычаг тут. Я. Рычаг. И тут проход открылся. Здесь. Где открылся? Вот тут, тут внизу, вот. Так, внизу говоришь, да? Ага, все, вижу тебя. Слизни где-то прыгают. Да. Ну блин, вот то, так. Что там бомбануло два раза от крипера, ну это... Не, слушай, мне кажется, надо выключить. Обратно мирную поставить. Потому что там дальше монстров нет. Так, опять чекпоинт. И здесь уже Най. Без вагонетки и без сундуков. Кстати говоря, мы играем на версии 1.6.2. А почему мы не спим? А потому что баг какой-то сейчас был. Играем на версии 1.6.2. Карта была сделана на версии 1.3.2. Но мы играем на 1.6.2. Она и тут работает хорошо. Все двери закрыты. И за ними ничего, по-моему, и нету. Что здесь написано? Понять, я не помню, что здесь написано, но... Убить надо его. А, чтоб проход открылся, надо было убить его. Опа. И мы снова пришли туда, откуда начали. Ага, и открылась вот эта дверь. И вот они, вагонетки наши. Все смотри. Наши вагонетки, да. Итого, сколько мы алмазов добыли, наверное, полстака поди где-нибудь, угу, да? Они все вот по дороге сюда так, приехали. Нет, так где-то, потому что я еще частично потерял, я уже нашел здесь 54 штуки. И пластиночка здесь. 54 алмаза, ну молодцы, конечно. Все, мы прошли. Да. Здесь у нас что? Это у нас... О, смотри! Выходи сюда. Куда? Ну, в телевизор. Снова выходи. А, снова в телевизор? Да. Это уже другое место. А, это другое место?
А, то есть сюда наши все взорванные предметы падают? Ага, все наши взорванные предметы сюда упали. Вон та самая дырочка, которую Крипер взорвал. Прикольная карта. Мне в принципе, понравилась. Блющик я точнее ставлю. А есть жители или нету жителей? Я что-то... Да я не думаю, что здесь есть жители. Ну и, ну и по традиции давай карту нафиг взорвем. А что это за тоннель вообще вот этот вот? Где? Что это за тоннель вообще? Где? Вот он ведет тоннель какой-то. А, ну это... Ну где-то мы тут ходили, ну-ка дайте-ка я вскрою. А, это короче путь вагонеток. А, это вагонетки? Вагонетки там ехали. А, ну ладно. А что это тогда за место вот это вот? А, вон, смотри, житель вон бегает по кругу, смотри. Макс, иди сюда. Бедный житель не наш. Ага, а динамит кто поставил? Я хрен знает, что он тут стоит вообще. А это тут, короче... Это что такое? Опа. А что он делает? А, то есть деревня все заминирована. Ой. Была. Она заминирована была? Серьезно? Да. Я, короче, залез в это здание и нажал на рычаг. Обалдеть, обалдеть. Может... Ладно, давай взорвем оставшую всю карту, короче, которая осталась. Где этот огниво? Я не знаю. Так, ну на обсидиан бессмысленно. Без динамика. А что это за место такое? Слушай, что это за место, Макс? Вот это. Сейчас вот. Посмотрим. Ты где вообще? Прям высоко-высоко где-то. Где? А, я понял, это типа старт такой энергии. Мы тут, да, это начало самое. А, подожди, знаешь, что надо? Да. Было? Мы что? Должны были заспауниться внизу и подняться на этом лифте. Впечатляюще просто. Ну, блин, мы не знали, что начало здесь находится. Это оказывается начало было. Тут что? А, здесь ничего нет. Так, вот это все нафиг взрываем. И взрываем вот это вот место тоже все. Еще и редстоун. Так, о, аж свет вырубило. Паркур тоже нафиг просто разносим, взрываем. О, клава течет. Я уже думал, сундук не взорвется. А что, от лавы не загорается разве? Что это дерьмо? Загорается, но не сразу, по-моему. Так, как говорится, девочки налево, мальчики направо. А что тут? А, тут это реально, короче, подвох там. Справа лава, и в ней умираешь, а слева проход. А я, блин, и так в лаве тогда отпрыс. О, прекрасно, я освободил снеговика и убил его. Эх ты. Короче, один динамит спас снеговика, а второй динамит уже его. Вот это тоже все нафиг взрываем. И вот, а вот этот лабиринт, вот, уже здесь. Лава вся эта польется вниз. А лава взорвалась вместе с динамитом. А как такое бывает вообще? Ну не знаю, как ты видишь. В этой игре бывает. А что в этом сундуке? Ну, этот сундук был проверен. Забавно у тебя какая-то... Точнее, непонятно мне немного традиция у тебя. Какая? Взрывать карты. Мистик и лагер тоже взрывали карты всегда. Так что это не я. Мы делаем так же, как они. Это у нас что такое? А, это тот самый паркур, который мы долго пройти не можем. А, смотри, спруты спавнятся чисто. Да, я видел. Взрываем. О, сейчас будет красота. А чё эти не взорвались?
Что? Динамиты. Не знаю. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, а тут я побежал. Ой. Сейчас я, короче... А, у меня же мирный стоит. Они заново будут спавниться? Они... А, ты уже тут бомбанул. Ну, монстры не заспавнятся здесь. Но то, что крипер, он там появился, это реально какой-то косяк был. Его там быть не должно было. Он же, он бомбанул тут местечко. Ну, зато хотя бы убрал этих. Из-за него, похоже, дверь открылась и потом опять закрылась. А здесь Maybe. У нас... Так, здесь у нас что? А, это торт. Торт мы здесь офигенно ели. Давай воду заткнем. Я куда пошел? Кому? Слизь, я хотел бы бомбануть, там от меня убегает. Ему не нравишься просто, вот и все. О, бомбанул, отлично. Это комната с вагонетами. Вот это тоже взорвать. Отлично, просто вычистил комнату. Как долго мы сейчас все взрывать, блин, будем? Да, почти все уже. А за этими дверьми ничего и не было. Ну да, не было как бы там. Это просто для красоты двери были. Эта вся местность уже была взорвана. Ладно, короче, такая вот прикольная карта получилась. Ты что делаешь? Я? Ничего, а ты? Обалдеть. Башенку построил. Ха-ха, я несколько слизней убил. Молодец, так да. Вот. Такая вот карта прикольная получилась, старая очень, и спавниться мы, как выяснилось, должны были вот здесь, где спруты тут вот так вот висят странно, и которые только что упали. Должны были подняться на лифте, забраться туда, войти в ход и уже там, собственно, кинотеатр. Но мы заспавнились уже внутри, собственно, так что, ладно, короче... Если у вас есть свои карты на прохождение, кидайте. ВКонтакте мне пишите, присылайте. А так мы наверняка еще какие-нибудь старые карты будем проходить. Это довольно интересно. Ну ладно, короче, на сегодня все. Еще одну башню делаешь. Да. Давайте в ночном времени посмотрим на эту башню. Спасибо за просмотр, с вас и косписосы, с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, давайте посмотреть на взрыв. Ну чё, где взрыв? И всем пока. Пока.